Ёшки-бабашки. Да, вот тебе Чертановская, 44. Рухнуло дерево. Что, оно гнилое было? Почему? Ох, как его вырвало. Прям на дорогу. Но машину не прибило. Рядом с пешеходным переходом. Думаю, пострадавших не должно быть, иначе тут бы была скорая помощь. И была бы милиция, полиция. Вот так. Весело. Вроде и ветра такого-то не было. Не особо уж. И дуло. Не особо прям. И дождик такой. А вот эта машина припаркована. Может быть, ее зацепило. Нет, с машиной все в порядке. Повезло водителю. Да, нехиленько. Вот тебе и ходи под деревьями. Mm-hmm.